Тихоокеанская стихия Беларуси не грозит, но в страну придут дожди с Черного моря. Четверг, по словам синоптиков, станет для нас самым ненастным днем на этой неделе. Зародился южный циклон буквально вчера и принес в Беларусь осадки. Уже сегодня ливни ожидаются на северо-востоке и в центральной части. Порывы ветра могут достигать 15-22 метров в секунду. Самая дождливая погода завтра в Орше, Витебске и Минске. При этом в столице может выпасть немалое количество осадков, более 50 миллиметров на метр квадратный. Улучшится погода уже в эту пятницу. Циклон потеряет силу. В страну начнет поступать более теплый воздух из Западной Европы, но с кратковременными дождями. В выходные до плюс 24 в южных регионах еще теплее.